Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я буду готовить для ребенка, для внука творожные вафли в электровафельнице Moulinex. Берем творог, разминаем вилкой. Если у кого он крупками такими бывает, то можно через сито. Но у меня он такой хороший, сделанный из кефира. Смотрите, какой красивый творожок. Добавляем 2 яйца, 2 десертные ложки сахара. Кто не любит, можно и меньше. Соль по вкусу. Ванильный сахар. Все это мы забьем. Просеянную муку добавляем чайную ложку разрыхлителя. Перемешаем. Добавляем муку постепенно и перемешиваем. Взбиваем, чтобы не было комочков. Так. Вот такое вот тесто должно у нас получиться. И не жидкое, и не густое. Пока наша вафельница нагревается, она постоит минут 5 и начинаем выпекать. Когда я пекла венские вафли, там мне задавали в комментариях вопрос, как вам нравится вот эта электровафельница или нет. Да, очень довольна. У меня она есть, и у невестки вот есть, и мы очень довольны этой вафельницей. У нас вафельница разогревается. Для первого раза мы чуть-чуть капнем, буквально несколько капель на одну. Для первого раза. Чтобы она сильно не пригорала. Вафельница наша нагрелась, и мы начинаем выкладывать красивее, чтобы были. Открываем нашу вафельницу. Вот они какие красавчики получились. Вот, мягкие, очень красивые. Еще готовлю вот кабачковые котлетки такие, очень вкусные. Кабачок с фаршем, лук, морковь. Тоже очень вкусно получается. Так, открываем наши котлеты. Смотрите, какие красивые получаются у нас котлетки из фарша и кабачков. Смотрите, какие красивые, ароматные такие. Но это немножко поджарить надо. Фарш очень легко делается. Один кабачок среднего такого размера. 400 грамм фарша. Можно свиной пополам с куриным. Говяжьим можно добавить. 2 яйца. Соль по вкусу. Перчик. Мука. И 2 ложки манки. Вот такой рецепт. Теперь смотрите, какая красота у меня получилась. Вот это идут котлетки с кабачком и фаршем. Смотрите, какие они мягкие. Вот они уже полежали еще. И смотри, какие они мягкие. Вот они. С кабачком. А это с творогом. Они полежали, они все равно вот мягкие. Смотрите. И очень вкусные. Можно кушать и вот так с вареницем. И красиво, и очень вкусно. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем приятного аппетита!